Холодная погода не стала помехой для любителей активного отдыха. Более 20 участников разных возрастов соревновались в дисциплине горные лыжи, катались на баллонах и получили массу позитивных эмоций. В программу спортивного мероприятия вошли и семейные заезды. Праздник снега. Он проводится впервые на международном комплексе лыжных трамплинов. В программе это прыжки на лыжах детей, семейные старты, заезды, то есть семьи, которые у нас тренируются, катаются, научились в школе инструкторов. Семья Нурадиловых несколько месяцев занимается в школе инструкторов. Супружеская чета и четверо детей стараются активно проводить время каждые выходные. По их мнению, для того, чтобы воспитать здоровое поколение, нужно прививать любовь к спорту с детства. Прививаем к своим детям любовь вообще к жизни, к выходным, к каждой секунде радости. Не сидеть за компьютером, а как раз-таки радоваться тому, что снег идет, тому, что солнышко светит, тому, что можно в снежки поиграть. Сейчас это очень сильно не хватает. Уже на следующей неделе здесь состоится официальное закрытие сезона. А летом на этом комплексе будут организованы занятия по маунтинбайку. Ажан Курмашев, Альфараби Гусинцов, телеканал «Алматы».